Первый этап ремонтных работ на территории манежа спортшколы номер 11 уже позади. Задача – укрепить несущие конструкции, заменить кровлю, чтобы она соответствовала всем нормам и требованиям безопасности, подрядная организация справилась качественно и в срок. В следующем году реконструкция будет продолжена поэтапно, она закончится до 2021 года. Это утепление манежа и ремонт внутренних помещений для того, чтобы нашим детишкам было комфортно здесь заниматься. В понедельник на территории манежа провели открытую тренировку, чтобы те, кто только еще мечтают приступить к занятиям, смогли посмотреть, как проходит тренировочный процесс. Я хочу заниматься конным спортом, потому что мне очень нравятся лошади. Я уже давно об этом мечтаю. Мы с папой уже катались как-то раз на них. Мне просто очень хочется быть подтянутой, красивой. Сейчас спортшкола номер 11 – единственное муниципальное учреждение в Иванове, где ведутся занятия по конному спорту для детей и подростков. Здесь занимаются 240 человек. Это не только конкур и выездка, но и адаптивная физкультура. Спортшкола объявила дополнительный набор детей, и здесь ждут новых учеников. У нас здесь есть тоже у нас и общая физическая подготовка есть, и специальная подготовка, и, значит, общение с лошадьми. То есть мы не то, что там сразу сели и поехали. Нет, сначала учимся с ними общаться, чистить. Техника безопасности обязательно. То есть так постепенно дети, лошади растут вместе. К занятиям новым спортом допускают детей в возрасте 10 лет. Спортшкола муниципальная. Обучение будет бесплатным. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иваново.